Когда покину я телесный мир, вернет мой дух эллинский ювелир. В обличье филигранной птицы. Золотой фигурки то большая честь. Помочь монарху пробудиться. Или на золотое дерево воссесть. И петь почтенным византийцам. О том, что было, будет или есть. Привет, Ви. Соскучился? Я бы так не сказал. Я вырубился и очнулся уже тут. Что-то пропустил? Ты много потерял. Это было мое лучшее выступление. Ты хотел сказать твое и бестии? Бестия мертва. О, прости. У меня тоже все не весело. Альт обрабатывает меня душегубом. Я весь на нервах. Все будет хорошо. Ты уже на финишной прямой. Страшно даже представить, какая жесть сейчас со мной происходит. Альт сделала из меня энграмму, а я даже не понял. Как? Когда? Ну и как тебе жизнь в виде кучи нолей и единиц? Сначала было больно, дико больно. Все тело как будто кололи иголками. Потом уж я понял, что это не боль, а какая-то цифровая симуляция. Наверное, Альт уже скоро перенесет мой конструкт обратно в тело. И я даже не знаю, переживу ли я это. И чем вообще стану. Значит, мы сделали, что могли. Дальше Альт справится? Нет. Да блять. В смысле? Я ошиблась, когда исключила из факторов тело. Реконфигурация ДНК шла слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс. И иммунная система начала атаковать нервы. Хватит! Говори по-человечески. Ви умрет. Что бы я ни сделала, этого уже ничто не изменит. Твою мать, Альт! Как ты вообще могла так накосячить? Я не могла оценить ситуацию, пока не появилась возможность провести полную диагностику. Ты обещала пацану новую жизнь. Ты его наебала. Так получается? Джонни, заткнись, пожалуйста. Мне надо подумать. Ну давай. Должен быть какой-то вариант. Тело Ви изменилось под воздействием биочипа. Теперь оно воспринимает его сознание как постороннее. С тобой все иначе. Ты стал его полноправным хозяином. То есть, ты за то, чтобы твой бывший выгнал меня из моего тела? Изменения необратимы. Тебе уже нечего терять. А он может получить все. Я не стану вмешиваться. Но пока контроль над телом остается у Джонни, он может делать, что хочет. Эй, не надо делать из меня врага. Все будет, как мы договаривались. Да уж надеюсь. Давай-ка спокойно решим, что нам делать. Если мне все равно умирать, давай сделаем по моему плану. Я ухожу, ты остаешься. Теперь тело твое. Нет, это я должен уйти. Ах ты лживый кусок говна. Что мне делать, Альт? Просто перейди по мосту. Ты станешь частью меня,
а Ви вернется к прежней жизни в своем теле. Да ты, блядь, издеваешься. Нет никаких вариантов. Двуличная мразь. Мы договаривались. Ты съебываешь. Я остаюсь. Так, спокойно. Нужно выдохнуть. Я, видимо, принял слишком большую дозу Сильверхенда. Слушай, Джонни, если бы я выбирал, с кем жить на необитаемом острове, ты был бы на последнем месте. Честно. Тебе бы даже герои сраной игры корпоратов обошли. Потому что ты – эталонный мудак. И есть куча людей, которые нужны миру больше, чем ты. Но это не значит, что я желаю тебе смерти. У меня только одна просьба, говнюк. Не забывай обо мне. Доброе утро, Ви. Надеюсь, ночь прошла спокойно. Для вас нет новых сообщений. На сегодня у вас запланирована одна встреча в посмертии. Сервис Деламейн прислал уведомление, что такси прибудет в назначенное время. Отмечу, что вы не вносили в календарь события после текущей даты. Запустить процесс планирования? Нет, спасибо. Все так и должно быть. Хорошо. Удачного вам дня. Привет, босс. Привет. Он приехал? Нет еще. Но будет вовремя. Зато его люди уже успели тут повертеться. Проверяли, чтобы все было чисто перед тем, как он сам приедет. Ха. Думали, наверное, что мы их не заметим. Что с оборудованием? Оружие есть, все остальное тоже. Полный бак. Хоть сейчас запускать. Спасибо, я скоро буду.
Доброе утро, Ви. Итак, куда мы несемся сегодня? В посмертие. Жми на полную. Разумеется. Мы воспользуемся особыми воздушными коридорами. Я в предвкушении. Так мы можем прекрасно провести время. Круто. Вы выглядите очень усталым. Тяжелая ночь. Скорее, тяжелый месяц. Вот как? Сожалею об этом. После нападения на Арасака Тауэр у вас появилось все, и уважение, и финансы. Что касается физического недомогания, если хотите, могу предложить оздоровительные процедуры, спа-услуги и прочее в этом духе. Они улучшат состояние вашего здоровья. Теперь я сотрудничаю с Trauma Team, поэтому предлагаю также пакет медицинских услуг по акции «Безопасное путешествие». Он уже доступен. Хотите попробовать? Медицинская помощь — это для меня и поздновато, и дороговато. Боюсь, я не вполне понимаю. Вы же обладаете практически неограниченными средствами. Мы могли бы найти решение, которое бы точно вас устроило. Просто забей, хорошо? Ну, как хотите. Просто доставь меня в посмертие и поскорее. Разумеется. Я выбрал маршрут, который считаю бесспорно лучшим. Мы скоро прибудем на место. Во время полета вы можете расслабиться и насладиться великолепной панорамой города. Не исключено, что сегодня я смотрю на него в последний раз. Вы куда-то уезжаете? Навсегда? Можно и так сказать. Что ж, надеюсь когда-нибудь увидеть вас снова. Найт-Сити, как говорят мои клиенты, жемчужина западного побережья. Ага. Его также называют парализующим своей красотой мегаполисом. Не сомневаюсь. Собственный путь к последнему рубежу. Отправь слово «Космос» на 7299 и получи шанс выиграть нездельную путевку на двоих в Хрустальный дворец. 10 казино. Космос. Привет, Ви. Что-нибудь выпьешь? Как обычно. Сейчас будет. Люди начинают что-то подозревать. Скоро все выплывет наружу. Ничего, мы уже сегодня вылетаем. Сегодня? А в чем проблема? Да нет, ничего. Просто тогда, наверное, тебе нужно что-то особенное. У Бестии был маленький ритуал. Перед крупными операциями она заказывала текилу. Обычно сильверхендовскую. Я ее как-то спросила, это на счастье или что? Знаешь, что она ответила? Что когда она вспоминает Джонни, это помогает ей сосредоточиться на самом важном. Так что по обычаю посмертия тебе полагается один из именных коктейлей. Только скажи, за кого пьешь. Сделай мне сильверхенда. Выпью за Джонни. Я знаю о нем только по рассказам, но ему бы, скорее всего, понравилось то, что ты задумал. Он был бы на седьмом небе. Я знаю. Удачи ей. Привет, босс. Ви, этот момент все-таки настал. Я наконец встретил новую легенду по смерти. Надо сказать, я впечатлен. Рад, что не разочаровал. Садись. Ну, рассказывай. С чего начать?
Арасака фактически выбыла из игры после Микоси. Ты получил деньги и известность во всем городе. Более того, ты фактически парализовал все системы Арасаки. Открылись несколько новых лазеек. Мои люди их нашли и вынесли, что успели. Значит, можно начинать операцию. Я проверил данные, утекшие из Арасаки. Казино сейчас испытывает новую систему безопасности. И, как я уже говорил, сегодня ее ненадолго отключат. Надеюсь, ты знаешь, как распорядиться моментом. Я тебя не подведу. Ты нашел лучшего исполнителя для этого заказа. Да, мне говорили. Теперь я хочу убедиться в этом лично. Дело в том, Ви, что таких операций еще никто не проводил. Там, откуда я родом, сказали бы, что это невозможно. Предупредили бы, что риск слишком велик. Сравнили бы наш план с полетом Икара к Солнцу. И они бы ошиблись. Все до единого. Уверенность, достойная легенды. Или того, кто рискует всем. Хотя ты как будто знаешь, что значит потерять все. Выиграть бой на последнем издыхании. Завтра в это время данные всех посетителей казино будут у тебя. Только не забудь, что ты обещал. О, я своих обещаний не забываю. Удачи. Все, я на месте. Великолепно. Секунда в секунду. Теперь я. Мне сообщают, что спутники временно отключены. Защита личности активирована. Только не забудь, у тебя одна, единственная попытка. Мне-то не рассказывай. У нас не будет возможности забрать тебя или прийти на помощь. Если тебя кто-нибудь заметит, ты погибнешь. Прекрасно. Но если все получится, ты получишь больше, чем можешь представить. Я уже давно получил все, что было нужно. Просто мне уже нечего терять. Перспектива мрачная. Впрочем, не мне тебя судить. Была не была. Удачи! Увидимся внизу. Конец связи. Привет, Ви. Как дела, малыш? Давненько ты не заглядывал к старине Вику.
Наверное, Чумбы из посмертия нашли тебе в высшей лиге нового рипера. Какого-нибудь мажорного пиздобола с хромовой задницей, к которому весь Нортоук ходит. Ну и ладно. Ни в чем себе не отказывай. Наслаждайся жизнью. Ты это заслужил больше всех, кого я знаю. Но все-таки ты забегай иногда, как будешь рядом, окей? Поговорим за жизнь, вспомним старые добрые времена. А я заодно проверю, не проебался ли где случайно твой новый рипер. До встречи, Ли. Привет, Ви. Мне все говорят, ты теперь Пес Гордо, большая шишка. И как это мешает тебе звонить раз в неделю? Хоть раз в месяц. Мальчик мой, не забывай, с чего ты начинал и с кем. Мои двери всегда для тебя открыты. Еда всегда на столе. Mi casa es su casa. No se te olvide. Ahí te veo, Vi. Ви, привет! Давно с тобой не болтали. Как у тебя? До сих пор все круто? Жаль, не могу посмотреть, как ты там шипуешь в Найт-Сити. Вообще, я просто хотела сказать спасибо за все, что ты для меня сделал. Стоило свалить из этого долбанного города, чтобы понять, насколько мне там было хреново. Я что хочу сказать? Ты тоже уезжай, Ви. Вот сразу, как будет возможность, собирай вещи и беги. Куда глаза глядят? Реально. Сразу вздохнешь полной грудью. Я тебе гарантирую. Ладно, что-то меня понесло. Удачи тебе там. Привет, Ви. Как ты там? У нас в пустошах погода, как всегда, заебись. Холодильник потек, 32 градуса в тени, да еще и песчаная буря идет прямо на нас. Короче, жалко, что тебя нет рядом. Если серьезно, у нас все хорошо. С Солом бывают, конечно, терки, но вроде не ссоримся. Семья постоянно растет. Работы много, рук не хватает. Хотя, лучше так, чем как раньше. Знаешь, если бы не ты, я бы до сих пор шаталась по Найт-Сити, как неприкаянная. Спасибо тебе за все, Ви. Мы встретились, когда я свернула с правильного пути, и ты помог мне на него вернуться. Ладно, созвонимся еще потом. Не забывай нас, окей? Здравствуй, Ви. Это Сол. Я слышал, в Найт-Сити случилось что-то важное, и некий Ви сыграл в этом главную роль. Не знаю, что ты планируешь делать дальше. Я просто хочу, чтобы ты знал, мы своих никогда не бросаем. Ты теперь один из нас, Ви. Ты Альдекальда. Помни об этом. Береги себя там, в городе, и до встречи. Эй, Ви, слышишь меня? Блин, это автоответчик, что ли? Окей, пофиг. Мы тут все ждем, когда ты наконец заедешь нас проведать. Могли бы сделать барбекю, выпить по пиву, погонять немного. Ну или нанести дружеский визит стилетом. Короче, я что хочу сказать. Пустошам очень нужны люди вроде тебя. Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни, но мы всегда рады тебя видеть. Просто помни об этом. Ну ладно, пока. Привет, Ви. У меня глупый вопрос. Ты случайно не можешь внести за меня залог? Я вчера вечером зашел в бар, сидел, никого не трогал, а потом какой-то мужик начал пиздить про детей с фермы. Им нравилось играть в коров, раз они сами пошли с Харрисом. Вот и получили, что хотели. Я ему, конечно, велел заткнуть Хайло или уебывать. К сожалению, он меня не послушался. Ну, мы с ним вышли, и сам понимаешь, чем все закончилось. Я сейчас сижу в участке в маленьком Китае. Ты знаешь, где это. Дай знать, если сможешь помочь мне в последний раз. Пока.
Привет. Это Пиралис. Ви, если будешь слушать это сообщение, сначала отойди туда, где нет лишних ушей. Короче, я насчет Элизабет. Она точно как-то во всем замешана. Она все время говорит, чтобы я за собой следил. Дает мне какие-то таблетки. Говорит, что это витамины. Я сдал их на анализ в лабораторию. И вроде все нормально, но мало ли, вдруг кто-то подменил результаты. Как у тебя будет время, сразу мне позвони, ладно? Да, только не забудь стереть это сообщение. Привет, Ви. Я тут, в общем, подумала о тебе и решила быстро разложить карты. Я знаю, знаю, надо было гадать с тобой, чтобы результат был яснее, но мы так долго не виделись и... В общем, ты меня понял. Знаешь, что я вытащила? Силу, Императора и мир. Дорогой мой, скоро мир о тебе услышит. Пора показать Найт-Сити, на что ты способен.